Бичане недовольны работой местной власти. Согласно итогам IT-опроса, который проводился на сайте краевой администрации, руководители нашего города получили худшие оценки. А вот безоговорочными лидерами по доверию к власти признаны Ключевской и Солтонский районы, а также Зато Сибирский. На протяжении прошлого года любой желающий мог принять участие в интернет-опросе. В результате Бийск среди отстающих. Горожане недовольны прежде всего сферой ЖКХ, дорогами и работой общественного транспорта. Что касается городских чиновников, то работой главы администрации не удовлетворены почти 70%. Примерно так же бичане оценили деятельность главы города и депутатов. Отметим, что результаты в большей степени могут относиться к периоду двуглавости, когда градоначальником была Лидия Громогласова. А кресло главы администрации по очереди занимали Николай Нонко, Сергей Крыжановский и Александр Студеникин.